Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас с вами обзор каталога Выгода Максимум компании Oriflame, который действует в 15 периоде. Этот каталог доступен всем, кто в 14 каталоге размещал заказ от 100 баллов суммарно. То есть стремитесь всегда делать заказы от 100 и выше, а лучше 150, чтобы еще получать кэшбэк и много выгод от компании. Но сегодня пойдет разговор о продукции, и я вам расскажу и покажу некоторые продукты. Вот, кстати, один уже у меня на пальчике, которые есть в этом каталоге, и я расскажу, что мне особенно нравится, на что обратить внимание. Ну что, поехали, посмотрим. Начало каталога Выгода Плюс с 1 ноября по 14 ноября. Странно, его то Выгода Максимум называют, то Выгода Плюс. Ну окей. Нам самое главное, что еще за каждые 10 баллов из этого каталога нам будет добавлен какой-то случайный подарок. Комплимент. Имейте в виду, что это будет или пробник какого-нибудь аромата, или помады, или крема. То есть что-то небольшое. Итак, начинается каталог у нас с предложения на обновляющую маску для лица с красной глиной, с розовой глиной, и разглаживающий крем для кожи вокруг глаз серия Eco Beauty. Это серия на 95% с натуральными компонентами, и я использовала оба эти продукта, осталась довольна на 100%. Сейчас у меня нет этих продуктов. Маска особенно понравилась, она какая-то невероятная просто, она очень хорошо очищает поры, она обновляет кожу, реально лицо становится совсем другим. И если для вас цена 799 рублей приемлема, то я рекомендую заказать эту маску. Крем для кожи вокруг глаз, он очень нежный, вот так, у него необычный аромат, как у всех продуктов из этой серии, очень необычный, очень такой приятный. И я помню свое ощущение, когда я использовала эту серию, что у меня было чувство такого чего-то уютного, домашнего, теплого. Ну и естественно эффект мне тоже понравился. Далее нас ждет вот такой вот массажер для губ, его одеваешь просто на пальчик и можно массировать губы. Предварительно рекомендую всегда губы или смазывать чем-то, или если уж вы делаете на сухую кожу, да, то аккуратненько делайте это, чтобы не травмировать кожу губ. У него очень-очень мягкие вот эти вот ворсиночки, как прям пальчики такие силиконовые, очень приятные. В общем-то, с этим напалечником можно делать разные вещи, не только массаж губ. Я, например, иногда делаю чистку пор вокруг носа, вот эту ту зону. То есть, представляете, он такой вот прям удобненький, его легко помыть, снять, и он не занимает много места, легкий такой, приятный. По поводу помады, которая у нас представлена на этом же развороте, это матовая помада Giordani Gold. Качество у нее невероятно классное. У меня на канале есть обзор всей коллекции, посмотрите по цветам, и вот мое впечатление о качестве просто на высоте. Действительно, помада чудесная. И следующая страничка у нас пудра бронзер. Это просто моя любовь с первого взгляда. Единственное, что мне в ней не нравится, нет зеркала и нет никакого пуфика или кисточки, то есть хотя бы что-то, чем набирать. То есть нужно зеркало, нужна кисть, но качество очень нравится. Легкое-легкое сияние, и когда наносишь на кожу, у меня именно вот светлый оттенок, наносишь на кожу, то легкий загар появляется, лицо настолько освежает, так красиво выглядит. Я вот пользуюсь ей, считай, как она у нас вышла с лета, вот всю осень, она очень экономичная, смотрите, то есть прям маленькая ямочка в одном месте, здесь даже волнушечки еще сохранились. Конечно, по качеству вопросов нет абсолютно, это пудра мечта, единственное, да, вот зеркальце. Далее у нас тональная основа преображающая. Из всех тональных основ, которые я пробовала в Oriflame, она у меня входит в число любимых тональных основ. У меня код 35237, он здесь представлен, это теплый нюд, но я не угадала с тоном. Смотрите, я взяла себе слишком теплый оттенок, и поэтому пользоваться им могла только летом. Все-таки мой подтон холодный у кожи, вот видите, она, ну она даже вот легкий-легкий загар появляется, и она уже классно лежит на коже. Смотрите, она подстраивается чуть-чуть, да, меняется, но все равно отличие шеи есть. Пользуюсь ей с огромным удовольствием, когда у меня какие-то на мне вещи с закрытым горлом, чтобы не было слишком такой заметной разницы с шеей, или летом.
Тон, видите, лег идеально, поры не забивает, невесомый по ощущениям, перекрывает незначительные такие вот, ну, какие-то на коже дефекты, дефекты перекрывает хорошо. Мне она очень нравится. Отзывы о тональной основе я получала только положительные, позитивные. У меня есть клиенты, которые вот брали ее с удовольствием, поэтому тоже мне, на мой взгляд, это отличное предложение. Далее у нас идут карандаши для глаз, серия The One. У меня есть три оттенка. Самый светлый, вот такой вот беленький, то есть мы его практически не видим, он отлично идет для нюдовых макияжей или для макияжа, как же он называется правильно, скажите мне, пожалуйста, когда мы по белому рисуем вот так темным, и чтобы это хорошо прокрасить, то есть весь глаз такой был вот кошачий, такой глаз красиво очерченный. Карандаши по качеству отличные, они хорошо точатся, хорошо прокладывают стрелку, они не смазываются. Так, это я вам показала коричневый, и вот черный тоже, черный покажу с белым, черный отдельно. Вот они прям хорошо лежат, чуть-чуть дать им время нужно зафиксироваться, и они уже не будут растекаться, не будут размазываться. Даже вот я прям только накрасила, видите, где было на тональной основе, там размазывается, а где я вот по коже просто сделала, да, вот он вообще не размазывается. Поэтому я карандашами довольна, как видно по их объему. Я пользуюсь, хотя больше я люблю подводками пользоваться, но карандаши у меня тоже идут в ход. Далее у нас отличное предложение на такой вот гаджет. Гаджет у нас приходит в коробке. Вот так он запечатан. Есть специальная такая закрывашка, видите, он большой, то есть вот прям в руке держать. И как им пользоваться? Повернули, то есть все пяточки, пальчики вот на ногах, все вот хорошо скрабирует. Видите, он у меня используется постоянно. Насадку я ни разу еще не меняла, хватает надолго. Очень хорошо счищает мертвую кожу, использует на сухую, да, рекомендуется, но можно также и на влажную кожу, но я использую только по сухой коже, мне почему-то этот эффект нравится намного больше. Цена очень привлекательная, я, конечно, покупала намного дороже этот продукт. А далее нас ждет прессованная тканевая маска для лица. На картинке выглядит, как будто это большое полотенце. Это будут такие спрессованные таблеточки, их нужно будет погружать либо в тоник, либо в эссенцию, то есть в какую-то, да, можно сывороткой, конечно, пропитывать, но это будет более дорого. В основном используется с эссенцией серии Novage, наносится на лицо буквально там на 15-10 минут, на 5 минут, да, вот просто подержать на лице, чтобы кожа разгладилась. И в наборе будет 15 таких масочек без пропитки, то есть это очень классно. Я, кстати, даже поискала в других магазинах, чтобы купить такие масочки, не попались мне, и теперь я рада, я закажу себе такой наборчик. И расческа, эта расческа, я такую никогда не брала, она какая-то 3D с подкручиванием, скорее всего она, наверное, делает какие-то волны такие интересные, поднимает хорошо волосы, вот если прикорневую сушку делать. Вообще интересный, конечно, формат. Далее набор, набор любовный, очень выгодная цена, 79 рублей крем, 59 рублей мыло. А вот такой вот красивенький, нежненький, романтичный, весь сердечками. Текстура у крема очень приятная, открывать не буду, потому что это у меня для клиентов. Мыло в форме сердечка, и в нем еще такие вот перламутровые, видим такие вот как будто висящие штучки, такие блестючки, но очень красивый наборчик, поэтому его мы рекомендуем всегда на подарочки брать. А далее у нас набор для ног, и в набор входит охлаждающий крем, вот такой вот будет у него формат у этого крема. Объем, как и у крема для рук, 75 миллилитров, вот они два одинаковых таких флакончика. 75 миллилитров, приятный аромат, яблоко и мята. И в набор входит еще дезодорант. Крем стоит 119 рублей, а дезодорант 159. Вот такого формата будет дезодорант, только у меня другая серия с манго.
Ну, просто чтобы вы увидели, какой он будет по объему, по размеру, взяла вот свой флакончик показать, потому что с яблоком я не заказывала. 150 миллилитров, очень круто освежает кожу ног, предотвращает неприятные запахи, снимает отечность, потому что он прям вот хорошо так охлаждает и освежает. Я обожаю наши дезодоранты, у нас они, по крайней мере, всегда есть в использовании. Так, далее серия для тела, и в эту серию входит парфюмированный гель для душа Friends World for Her Tropical Sorbet с гуавой, гуава ландыш и нотки кедра. То есть очень такой приятный аромат. У меня просто есть такой парфюм, и я им пользовалась все лето с огромным удовольствием. А второй продукт — это лосьон для тела парфюмированный. То есть наносите лосьончик, хорошо увлажняет кожу, и при этом такой приятный экзотический аромат получается. И бомбочки, такие супер-супер классные продукты. Это серия Feel Good и два мусса для душа. Один мусс сливовый, а второй, вернее, первый с красным апельсином и куркумой, второй сливовый аромат. Оба мои любимые, обожаю тот и другой. Хотела вам показать пенку. Сейчас возьму сразу салфеточку, чтобы вытереть, и покажу вам, как работает пенка. Ее нужно так потрясти. И вот сюда. Вот видите, я чуть-чуть нажала, и выходит такая густая классная пена. Я им только вот недавно начала пользоваться, поэтому практически полный. Все, аромат начал растекаться. И пена, видите, она такая упругая. Долго, сама она долго не садится. И мы ей на мокрую кожу так наносим, делаем такие вот движения мылящие, то есть распределяем пеночку по всей коже, получаем супер ощущение, вот эти пузырики лопаются на коже, так приятно, аромат чудесный. Ну и, конечно же, вот этот эффект, что очищение, чистая кожа, при этом смягчение. Мусс не сушит кожу абсолютно. Я считаю, что это просто чудесный вот подарок для себя или для кого-то, побаловать свое тело таким вот мега приятным продуктом. Далее у нас для мужчин будет средство для волос и душа и умывания, да, то есть для мужчин у нас такого нет продукта. Следующее средство — расслабляющее массажное масло, то есть делаем массаж своим близким, деткам. Масло очень приятно пахнет, у меня такое было, закончилось маслице. И мужской аромат Signature. Как правильно, Signature, я всегда говорю Signature. 899 рублей. Очень стойкий, приятная композиция, он такой древесно-фруктовый. И мне нравится, когда в ароматах есть груша, ваниль и мускатный орех. То есть мы понимаем, что это будет такой сексуальный аромат, приятный, да, такой вот манящий, очень вкусный. У Миши был такой аромат, поэтому я его хорошо знаю, мне он нравится. Аксессуар для как раз вот прохладного времени года, такая накидка без рукавка, хорошо закрытая вот горловина, и как раз вот руки свободные получаются, а грудь и спина закрыты. Красивая такая прикольная штучка. Море шарфиков. Вот у меня, к сожалению, нет ни одного из этой коллекции, которая сейчас здесь представлена. Аксессуары, сумочки, шарфик такой вот гофре, да, он такой жеванный. Сумка красная. Кстати, сумка очень красивая, у нее хороший формат, она удобная, в ней много отделений. Я видела все эти сумочки, у меня даже на канале где-то есть обзор вот этой коллекции, можно поискать. Очень оригинальная сумка с перфорацией, красиво сделана, внутри косметичка желтая с черным горохом, вот она просвечивает через эту перфорацию, выглядит, конечно, очень здорово. И набор косметичек, две штуки, черная и красная. Красная побольше, черная поменьше. Их можно вместе носить, можно разъединять по отдельности. И бижутерия. Много бижутерий красивые. Обращайте внимание, конечно, то, что вам по цвету будет хорошо, да, по конструкции. Да, кто-то любит покрупнее, кто-то помельче. Висюльки всевозможные. Я вам покажу вот одно украшение, я себе заказывала. Серьги. Мне они
настолько понравились, просто вот мне кажется, это что-то нереально такое, вот необычное. Я люблю такие необычные вещи. 299 рублей сережки, есть такое же ожерелье тоже из акрила, все очень здорово сделано, они такие красивые, легенькие, и при этом они будут притягивать, конечно, внимание к ушкам однозначно, да? Невозможно не заметить такие сережечки, вот они такие вот прям необыкновенные и красиво смотрятся. Я видела на девушках с белыми блузками, да, под пиджак, на платье, ну прям вот здорово. И двое часов, женский вариант и мужской вариант. Кстати, многие женщины любят такие вот брутальные часы мужские носить тоже, почему бы и нет. И спрей для тела и белья, вот такой вот, он называется Дары Афродиты, в нем объем 100 миллилитров, вот такой вот хороший распылитель. То есть я его распыляю вот просто на белье, где лежит белье, и у него такой сладенький приятный аромат, вот немножко уже использованный. Классный продукт тоже, кто любит вот, чтобы белье вкусненько пахло, то конечно этот вариант идеальный. Вот и все, это была последняя страничка. Кстати, карандаш вот встал, видите, он практически не размазывает, надо прям очень сильно я тру, и он тогда немножечко убирается. Хорошие карандашики. Спасибо вам за внимание, надеюсь, мой обзор вам полезен, что-то для себя выберете с этого предложения. А я вот обязательно закажу маски тканевые, потому что я прям их очень хочу, чтобы делать почаще уход за лицом. Масочки не нужны. Ну и конечно же вот эти все предложения, они аппетитные. Я вам желаю вкусных покупок, до новых встреч. Если видео полезно, ставьте лайк. С вами была Лилия Донскова, пока.